Я слышу знакомого врага, который был в первой части. Сейчас посмотрим. Да, это он, сто пудов, смотрите. Это тот чувак, который, короче, висит на стене и распускает щупальца. И нужно их все отстрелить. Вон он. Ой, блядь. Готово. По-моему, во второй части, да, он тоже был. В первой и во второй. Вот он. К нему близко подходить нельзя, а то пипец. Только в первой и второй части он оставлял такие мелкие штучки, у которых вырастают хвосты, и они в тебя стреляют. А тут, похоже, он их не оставляет. Сейчас у меня вроде патроны начинают заканчиваться. А почему мы поехали обратно-то? Что за хрень? Прикольные стенки такие все. Смотрите, прикольно. Hey, Commander. You there? If you're gonna ask about the cryo boxes, forget it. Cryo boxes? These are coffins, Deeds. They're freezing soldiers on the planet and stowing them in our cargo hold. What's the story? You know I can't talk about it. Valerie, come on. You owe me, remember? Look, I don't know much more than you do. It's the deep dig teams. They send them into that godforsaken hole and... Well, when they come back, there's something wrong. Look, just get them stowed. I've got Mahat breathing down my neck. Fine. But this isn't going to end well. Mark my words. Еще один станок. О, что это? А, это бот загрузил. Бот готов к отправке. Прикольно. А это из моей коробочки. Слушайте, а круто. Видите, у меня патронов очень мало. Блин. А можно же патроны сделать? Обойма. Давайте сделаем патроны. Так, а где бот? Написано было, что он готов к отправке. А что это у меня за оружие такое? А, это бот. Okay. Ой. I see the problem now. Someone left a bunch of cargo on the tracks. Can you clear it? I should be able to. I'll get to that shuttle in aft section one way or another. Похоже, мы сейчас поедем на этой штуке туда. Прикольно.
Так. Я не понял, как им пользоваться. Или... Но это я его отпустил, он сам будет ездить. А мне самому нужно его типа носить, да, и смотреть, куда он показывает. Как компас. Я так понимаю. Что-то сообщение. Личный дневник. Колония охвачена войной. Вот, 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 артефакты. Ха. Только я думал, что они обелиски приносят, а... Чё это? Обойма. Ой, тут волна. Сжатая импульсная волна. Пойдем на станок, посмотрим, что это такое. Так. Ну это, наверное, сюда. Компактные. Только куда эту волну можно поставить, я так и не знаю. Урон. Я так и не понял, то, что я сейчас нашел, куда это поставить можно. Сюда, похоже, это не ставится. Может, сюда можно? Усилитель стазиса. Ну-ка, я могу сюда усилитель стазиса поставить? Во, могу. Берем пару аптечек, наверное, или так оставим пока. Так, ну чё, пошли дальше тогда. Сейчас посмотрим, что тут будет вообще. Ха. Опять головоломка. Понимаю, можно их крутить еще дальше. И что это дает? Ха. Ха. Нужно их, короче, вместе соединить.
Я думал, что вот так надо. Они, видите, не соединяются. Тогда я не знаю, как. Я не знаю, короче, когда я разберусь, тогда я в запись включу, а то я не буду на это время тратить в видео. Не знаю, фигня какая-то непонятная. Короче, я крутил их, вставлял, и наконец-то получилось. Короче, тут... Короче, тут вот эти две штуки были. Несколько разных вариантов. То есть я первые две крутил, пока они друг в друга не вставились. Так, первые две вставил. Потом появились еще две. Опять же, их крутил, пока они друг в друга не вставились. Потом появились еще две. То есть тут где-то пары три, где-то четыре пары таких было. То есть то, что я в видео записывал, это была первая пара. Вот, но я решил выключить видео, чтобы много времени на это не тратить. Вот. То есть там было 4 пары. Или 3. По-моему, 4 было. То есть я так каждую пару крутил, пока они друг друга не вставились. И вот, то есть такая вот головоломка была. Я где-то минут 10 это все крутил. Так, теперь нужно возвращаться, по идее, да, назад. Я думал, мы сейчас туда пойдем. Ну, конечно. Сейчас потише опять сделаю, это очень громкие звуки, блин. Откуда он? Блять. Уже переключай. Уже не переключает нихуя. Хотел на резак переключиться. Так, там бот на станке, говорят, ждет. Ха. Так. Где еще аптечек возьмем? И патроны опять сделаем. Патронов опять мало. Я могу или с ним ходить, да, или он сам пусть ползает. Лучше пусть сам ползает. Блять. Вот это я и нахуй не ожидал. Я нажимаю. И чё, он в лифте остался? Ха-ха-ха.
Ой, блин. Жесть. Поехали вниз. Сейчас наверняка он выпрыгнет. Лифт сломался. Нет. Вот это был прикол, конечно, блин. Как в первой части, похоже. Так. Так, сообщение. Доктор Эдвардс, can you come to Cradle Ops, please? I need your help with the incoming cryoboxes. Hey, Chuck. You there? Oh, screw off, Sam. My job was flying your asses over here, not wiping them once we arrived. You're a lazy prick, Tucker. You know that, right? I come from a long line of lazy pricks, Sam. Get Sikowski to help you with your little monster farm. That brown noser will do anything to impress the commander. This mission is a group effort, Tucker. And one of these days, you're gonna have to take one for the team. One of these days, Sam. But not today. Не знаю, мне как-то пофигу на эти записи. Прикольно. Циферки бегают. О, сохранение. Пойду поем что-нибудь. Так, ну что, я перекусил, сейчас еще немножко поиграем. Так. Hey guys, if you're running low on ammo, don't forget your Kinesis module. Here, I found this recording when I was stuck on Titan Station. Okay, whoever sees this, listen up. А, это из второй. Это из второй части. Это во второй части то же самое было. Ну, эту запись нам показывали во второй части, да? А... То, что можно так делать, мы еще из первой части узнали. Так что это как бы баян павший конкретный такой. Баян старый протухший. Так. Это у нас ничего интересного нету. Шли наверх тогда. Залезем наверх. Так. О, спокойной ночи. О, спасибо. Что это там? Найден артефакт. Я так и не выяснил, как их смотреть. Ладно, мне тогда потом. Что это двигается-то? Какие-то мешки с говном. Вон еще один. Хм. Какой-то завод, что ли? Фабрика. Ха. Ой. Плевун. Плюющийся, сука. Ага. Я хочу, кстати, себе сделать дробовик. Все забываю. Можно ли пока или еще нельзя? Хм.
это прикольная такая зона, чем-то напоминает первую часть. Почему-то, не знаю. По атмосфере, наверное. А это... Это регенератор, похоже. Ого. Короче, надо от него убегать. Он еще... Ой, блядь. Хочу по лестнице. По лестнице быстро. Быстро в дверь, быстрее открывайся. Вон станок. Музыка играет, а его нет уже. А я не могу пользоваться? Могу. Блин. Регенератор ебучий. Я хочу дробовик сделать. Почему-то нельзя вниз ничего ставить. А, нижний блок. Не, нельзя дробовик еще сделать. Плазморез. Может, сюда можно? Нет. Хотел дробовик сделать. Темп стрельбы. Не, я бы на урон поставил. Но на урон тоже нельзя. Но аптечки я пока оставлю. Вдруг меня регенератор зажмет где-нибудь. Мне придется использовать аптечку. Вот, например, сейчас. Так. А если обратно вернуться? Там ходит. Нет, его тут нету, смотрите. Я думал, он тут меня ждет. Он, наверное, в вентиляцию залез и вылезет с другого места. Чтоб меня напугать. Вот он. Вот сохранение. Он там остался. Эй. Ух ты, вон он. Я думал, он там остался. Блядь, ты заебал уже. И что мне тогда делать? Сюда идти. Тут дверь закрыта. Вот это что? Вызвать. Теперь куда? Блин, жесть вообще.
Короче, нужно... Пиздец, а? Ты, блядь, такого я не ожидал, нахуй. Лезут, блядь, со всех сторон. Короче, нужно продержаться, пока не приедет поезд, я понял. Замедлим его. Идем, перезарядим стазис. И этого тоже. The tram will arrive shortly. Please stand by. Еще. Я использовал аптечку, нажал. Еле выжил, сука. Он там ходит. Что-то камера очень близко расположена, я не вижу ничего. И куда ехать? Садитесь в поезд. Центрального и хвостового отсека. И а куда ехать-то надо? Поедем в центральную. God, I hate those things. Пипец. Okay, I made it to the tram. Looks like it stops at the mid and aft station. The aft station's where the shuttle is parked. And what about mid station? Well, that would be the conning tower. Hey, now this is interesting. Records indicate a number of useful tools and salvage were signed out from storage there by a Lieutenant Tucker Edwards. Could be worth a look. Thanks. If I check it out, I'll let you know. Isaac out. Mm-hmm. Это дали сайд миссию, бонус миссию. Now arriving, Conning Tower. По идее, это должна быть бонус миссия. Нет. Ну ладно тогда. Показывают идти в другое место. А вот это что такое? Тут еще одна головоломка. Тут дверь закрыта. Давайте сделаем головоломочку. Так. Я уже забыл, как ее делать. А, во. Не. Забыл уже. Непривычное немного. О.
О, станок. Аптечка. Эта штука. Мне нужны еще аптечки. Хотя нет, у меня достаточно. Просто почему-то подумал, что я много потратил. Ладно, с этим пока не будем заниматься. Короче, бота еще раз отправим. Куда он показывает? Здесь где-то. Так, теперь посмотрим, что там. Ключ. Сообщение. Just put that down. I'm sorry. They don't have to know. Not as sorry as I am, Commander. And if any one of them jacked up jarheads tries to come for me, they'll be sorry too. Слушай, кто-то кого-то там убил, вот бонус миссия. Найдите боевую рубку. Сейчас мы туда идем. Так. Это у нас вот здесь. Какой-то предмет нашелся. Кстати, я что-то не заметил, когда было сохранение, но мне уже надо закругляться, у меня уже время много прошло. А лифт что-то не вызывается почему-то. Во. I see you. Guess you were smart enough to make it past my lockout. You must not be one of those no-neck dipshits on the General's Goon Squad. But before you go patting yourself on the back, you should know that was the easy part. Your day is about to get a whole lot worse. Какой-то мудак там где-то тусуется. Вот начало бонус миссии, я не знаю, короче, сохранялась игра или не сохранялась, тут хер поймешь, но мне уже все, мне уже просто... Я уже больше играть не могу, мне там нужно кое-что сделать, поэтому все. Если она не сохранялась, придется тогда дойти снова до этого момента, только, конечно же, я вот это записывать не буду. Вот.